полных составах играть команды. Ну а самые горячие головы, которых при всем желании чувствую ведущих игроков той и другой стороны не отнесешь. Опа! 1-1. И сейчас как эта шайба вошла, мы будем разбираться на повторе. Вот, собственно, не зря затевалось все это. Радуются болельщики ЦСКА, которые вчера в достаточно большом количестве летели в Магнитогорск ночным самолетом. 10 минут 41 секунда и смотрим, что же здесь произошло. Бросок Да Косты от красной линии и шайба в притирку со штангой. Залетает в ворота Василия Кочкина под его щитком. Она проскочила. Удивительная совершенно. И, конечно, понятно, вот эта нежданная радость тренерского штаба ЦСКА. Стефан Да Коста. Вот поинтересоваться бы у него после игры, случались в его карьере подобные шайбы.